Гномики, привет. 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 У нас появились вот такие вот стойки для брони. Паша сделал. Есть мнение, что можно попробовать снимать броню и надевать обратно. И тогда, может быть, она заработает. Ну, это не точно. Абсолютно. Она у меня работала в прошлый раз. Ну, вот ты слишком громко это сказала, поэтому не удивляйся. Так, тогда мы разберем твою стойку. Наполняем фляги. Я наполнил. Смотрим, наполнил, посмотрел. И надо отправляться, по идее, к мифриловой кузне, потому что от нее, по идее, идти за мифрилом. По идее, по идее. А я не вижу. Блин. Вестгейт? А, подожди. Нет. Борозинбар и путевой камень жестокий Карадрос. Угу, угу. Ох уж эти названия. Ну, Карадрос, не Карадрас, можно и потерпеть. А где кузня, подожди? Мы там не ставили, она близко, да, где-то? Да, да, так. Да-да-да. Мифрил, ты где? У меня теперь из-за прошлого раза одного глотка всегда фляги, во фляге не хватает. Тебе надо ее выпить и налить заново, скорее всего. Да, но если я полностью выпиваю, то он как бы эффекта-то нет. Не будет эффекта. А ты пробовала дополнить флягу? Или она так нельзя. Не умеет? Нельзя. Так она так не умеет. Может, предлагает только кружку налить вместо фляги. Вот. Что мифриловая жила 90 метров вон туда. Пойдем искать. Вижу. У меня 130 метров. Не, 75 метров. Вот 125. Туда. А у меня в кои-то веки пропали вообще все отметки. Посмотри за спину. Когда они нужны? Ну, у меня их до хера, и я не могу от них избавиться, так что... Нет, я в прошлый раз выключил, они больше не появились. Я их выключал, они все равно появляются, я их опять выключаю, да в жопу. Да, а после прошлого раза не появились. Так. Указатель у меня вот здесь. Подожди, а у меня его нет, я перепутал, да. А вот, смотри, внизу какая-то... Синий камень? Да. Мне кажется, это этот, который светится... Я вот здесь наверху гляну, нет ли прохода какого-нибудь, который мы не заметили. А я посмотрю метки. Мифриловая кузница, это не то, да? А, мифриловая жила, вот вижу. Блин, это вообще на соль похоже, и как будто здесь уже кто-то копал. Ну, так соль нам нужна. Мифриловая руда. Где? Где? Вот, над Олегом. А где Олег? А вот рядом со мной. Внизу, где я тебе сказал-то. Это она и была. Иду. А в воду нельзя было, да? А как вы туда? Не пойму, я попадаю туда или нет? Ты попадаешь. Класс. По Олегу. Я ощущаю тебе всю руду. Вот. А все, что ли? Все. Вообще маленькое месторождение было. Давай, Пашка, сейчас я тебе выложу ее. О, господи, они заткнутся? Что за дискотека 60-х началась? 5 руды? 5 руды, да. Пипец. Вон еще, смотри, вот еще, по-моему, мифрил. И глазик дорожит. Сейчас я... Ну, да, это мифрил. Копаем. А, ну ладно. Все. Извините. Так, я ее не взял. У меня все еще 5. У меня ни одной. Так что я не брал. В смысле, оттуда вообще не выпало? Вы выкопали 0? Класс. Это будет интересное времяпровождение. Да. Выключите меня. Ну, походу, надо идти туда вниз, где мы лазили до этого, и искать. Но, по крайней мере, мы знаем теперь, как оно выглядит. Она светящаяся шол. Только вопрос, мы же здесь уже были. Вот здесь внизу, да, мы что-то же копали здесь. Почему мы ее не видели? Может быть, ее не видно, пока триггер с кузницей не сработает? Скорее всего. Я думал, что это кристаллы. Я видел что-то светящееся здесь. Я не видела, но, может, я не обращала внимания. Паша, а сколько надо руды на этот самый, на слиток? Ох, 6 руды. Мы можем сделать 1 слиток сейчас только. Обосраться, вот это я понимаю. Give no. Ну, это вот как будто бы... А может, нам вон туда пойти? Вот туда, на север нам пойти? Я говорю, где в прошлый раз ходили. Может, что найдем? Я вот нашел летающие мешки, но думаю, нам они не нужны. О, Хогвартс все ближе. Где все-то? Да ты я вот идешь, наверх лезу. Ну, да. Блин, сраные метки, как они меня бесят, а? У меня, я говорю, вчера получилось отключить прошлый. О, тут проход есть.
Вот здесь, да. Ты правильно пошел? Пойдем посмотрим, что есть. По досочкам. По досочкам еще не ходили. Можно вот сюда пройти. Слева, да. Но там вот не мифрил. Ну, пойдем попробуем. Может, да, может, он где-нибудь торчит там. Ой, у меня это, ресурсов нет. На дать дерево, тебе дерево? Прикинь. Совести у тебя нет. Ну, давай, Оля, я возьму у тебя дерево. Сейчас. Ты же его так все равно не тратишь особо. Нет, я для этого и ношу, что вдруг у вас закончится. Держи. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. То есть она сразу думает, что мы не умные и не запасемся. Я понял. Так я не запасся, я не умный. Так это золото. Это тупик. Вон туда еще наверх подъем есть. Пойдем. На верхушку горы. Так, а это драгоценные камни, что ли? А здесь прохода нет случайно никакого? Может, с той стороны? Смотри, справа, если ты посмотришь на руду, там будет какая-то обводочка, вот если вот отсюда смотреть. Это этот, руна Гэндальфа. Причем ее видно только через руду. Пришли. Брат. Почитать, если что, можно даже с этим, со щитом. Да я аж с факелом. Ого, тут парит, смотри-ка. На сауна. Тебе, не пари больше. Марийская сауна. Так, вот здесь только не прыгайте. Здесь прям максимально спуск. О! Хо-хо-хо. А здесь что? В тупике? Нет! Моя броня! Ай, дамажит тебя. Класс. Минус почти вся броня. Зато здесь я знаю, ничего. Кто и по ней попадает. А здесь? Тупичок. И здесь ничего. Классные зачем тоннели, вот это да? Все? Я уверен, что вот там... Зато мы нашли что-то. Спуск, пойдемте. Знаете, куда он? В никуда. В никуда. Обожаю этих разрабов. Левел дизайн просто поражает воображение. Что ты сказал, Олег? Шара. Буддист, что ли? Да. Погнали вниз. Это вот здесь, где ты чуть не свалился? Сказал, не прыгай. Так, у нас есть этот спуск нормальным способом. Зачем нам здесь-то спускаться? Это ж проход как раз, где мы в отнорок ходили. Так, тут есть драгоценные камни раз, драгоценные камни два. Мыши. О. Оля, сейчас тебе мышь съест. Да, мы тут копали, Олег. Все, забирай помет. Фигня какая. Полная фигня. Оля, зачем ты выше? Мы же ниже идем. Я знаю, я просто посмотреть. А вот это не мифрил, нет? Кирка, это не то. Камень, золото, понятно. Нет, это, скорее всего, драгоценные. Или золото. Ну, звездная руда. Ну, они, наверное, да, максимально постараются затянуть эндгейм, чтобы мы тут охерели искать этот мифрил. Я нашел дракона, но без крыльев. Это он? Ну, мелкий который. Ну, да. Вот ну, он у меня в зале. Хитин. А я не вижу где-то. А вон, на карте оранжевый. Классно. Надо понять, как до тебя добраться. Я ниже, туда, где паса, и там пошел через эту. А что по тебе урон? Вот сюда проходит. Вот сюда ты прошел. Угу. О, он по броне бьет. Мне это определенно нравится. А я что-то вообще попасть не могу. Ваша Оля... Громко плачет. Я здесь, возле Олега. А, хорошо. Ну, выхватил, а? Выхватил, братюня. На тебе еще. Хватит. Он на мне. Помогите, я везу дракона. Давай, прогуляемся, братан. Ха! Стойте, не бейте его. Мы с ним дружим. Блин, а тут вонючка, у меня нет этого. Дракончик. Куда не тебя отвезти? Пойдем туда, я не походим. Понимаю. Рим ушел, у него все хорошо. Я дракона катаю. Так а где? А, он где-то справа получается. Вот сейчас походу, идите вот туда. Здесь вот проход. Там, через шахты. Пойдем, дракоша. Я познакомлю тебя с моими друзьями-гномиками. Паш, идешь? Да. Вон, видишь, они идут. Они идут бить тебе лицо. Будешь себя хорошо вести, мы тебя познакомим с Гошей. А, он на той стороне, вон он. Вот. Хочешь с Гошей познакомиться? Вот здесь проход. Вот мой новый друг, Дракоша. Угу. Я пока его никак не называл, но вот он есть. Оля, видишь, как он ездит Гоша, на мне? Гоша, Дракоша. Показать тебе Гошу? Вот. Можно я его убью? Вы не поп... А, все, он упал. Ну вот. Наша дружба закончилась, не успев начаться. Я чешую взял. Ага. А я и отравление взял. И я. У меня 0,3. О, вот здесь проход, который мы еще не смотрели у меня на карте. Ляга. Давай. Дурина. Справишься. Дурина. 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 Давай, Дурина. Вот
Ага. И тут еще проход. Один. Два, судя по карте. Сейчас Паша придет, один раз киркой махнет, и все. И все проходы будут открыты. Так, там. Блин, что, пойдем сначала маленький посмотрим, а потом большой? А где маленький? А вот. Да. Ага, да, так быстрее явно. О! Нормально, ты утонул. Я из-за фиолетовой фигни не заметил. Так, слева золото. Так, надо кому бочонок наполнить там что-нибудь? Золото. Мне надо, да, я кружку сейчас выпью я просто, подожди, и все. А я уже налила себе кружку. Да ё-моё, ё-моё. Да пей, а не танцуй, балбесина. Я опять упал, прикиньте, в эту воду. Так, тут драгоценные камни. Блин, да, подними меня, пожалуйста. Олег, подними меня. Гоблинцы, вижу гоблинцев. Какой-то клуб самоубийц, бля. Спасибо. А, дай я еще раз наполню кружку, а то я добить не успела, умерла. И еще драгоценные камни. Да чтоб тебя, где этот сраный мифрил? А, гоблинцы, знаете, где он? Расскажите мне. Тут еще можно эту восстановить. Башня, которая убивает отгоняет фиолетовую эту каку. Ну, там еще надо попеть, постоять. Так, споем. Паш, тут нихера нет, может, даже не пойдем сюда? А вот да, там блин, дальше что в самом конце? А там стена, и все. И ничего больше нету. Вот, она не пробивается никак. О, камень орку по голове дал. Нормально. И еще раз. О, он вот так убьет. Короче, я возвращаюсь к вам. Тут нифига нет. Просто локация, вот, и все. Тупик, да. Ну, гнездо. Ну, тут типа ресурсы есть. О, нифига там по вам лупеть. Оля, а что с тобой? Пытаются. Да. Я ты получаешь пованиваю весь урон, который есть? Да. Что произошло? Это был камень. Сам, она с ума сошла. Ну и локация. Обосраться можно. Да, блин, залез на этот сраный гриб. Вообще нормальная тема. Просто взял и залез. Понятно, золотая руда. Так вот здесь что? Драг камни, да. Ну все, пошли в большой проход тогда. Ай. Холод так много. Можно еще глянуть вот здесь вот угловые. Может там что еще давай есть? Иногда бывают руды вот здесь вот. Все, но понятно. Бывает, но не сейчас. Не, она здесь есть, но это солнечный та камень. Ну, да. Это не то, что ищут гномики. Здесь тоже какая-то драгоценная фигня. Медик забрал, орков нашел, мимо прошел. Ну? Так а они в фиолетовой дресне, не знаю. Ну, хочешь, давай их завалю. Так, здесь так же мы же с этим. Под бафом. Ну, ладно. Да, ну он. А где Ола? А вот, а где Паса? Я здесь. Паса? Олег? А вы где? А мы тут. А ну, я вот нет. Вот какая, смотри, какая здоровая стена. Она, походу, пробивается, да? А у вас их раз есть? Мы не будем петь? Нет. Паш, попробуй продолбиться. Скорее всего, это как и там. Плаку-то тупиковым, просто упрямимся в стену. Что это будет отвратительно. Умерла. Да, да, сейчас упрямимся в стену. Там еще приличное расстояние, судя по карте. Паша, нальешь еще? Адамант. Оля, и твой алкоголизм, это становится проблема для нас. Ну. А прикинь, Паш, что прикинь, а этот самый мифрил спрятан где-то в этой огромной стене камней. Я не хочу это проверять. Это так, теория. Ну да, короче, ты делаешь то же самое, что я в прошлый раз. Угу. Ладно, пошли отсюда. Нефиг тут ловить. Просто локация с некоторыми рудами. Ничего нового. Я расстроен и подавлен. Мне нужен мифрил. Паса, ты видел мифрил? Нет. И я нет. А он есть. Наверное. А у нас задание-то какое? Собрать мифриловое копье и все? Победить босса. А мы знаем, где босс? Узнаем. Так, тут лагерь орков. Жду вас. Мы идем. Я посмотреть ушел. Кстати, если там босс будет, может быть, в стенах его этой базы будет этот самый. Вероятно. Мифрил. Я пока разобью тут ворота, чтобы мы прошли. Лица им разбей! О, это я тоже могу. Ну, еще один гражданин. Гражданин! А я вам сейчас флаг тут расхерачу, чтобы вы больше не спавнились. Двое на одного, нечестно. Ты что там, сколько ты пьешь, ты за троих должна воевать. Я воюю. Да хорош меня рубить-то, вы чё? Взялись-то? Ай. Слушайте, по-моему, какой-то баг. Я урона не получаю в мясо. Вообще. Блин, может быть, теперь... баг.
Трое на... Четверо на одного. Ребята, ага, спасибо. У меня реально не тратят за ХП, это нормально? Нормально. Нет. Это компенсация, это лучше, да, за... Реально, за вообще не тратят. За всю накопленную, потраченную в эту броню. Да, да. О, добила его. У меня пробит мой бачок. Слушайте, у меня закончилось действие, и у меня не тратится ХП. Я, по-моему, в режиме бога. Паша, ну-ка дай-ка, пусть они меня побьют. Дай-ка ему стукнуть. Ну ладно. Да, блин. Пойдем дальше, там еще пароход. Так, сундук, ага, пустой. Так, тут звездный камень. Здесь у нас... Так, и здесь два прохода должно да, быть. Да-да. Так, я пойду слева гляну, что тут вообще за помещение. Может, тут есть что-нибудь? Ну, похоже на базу орков. Тут есть еще драгоценности в конце. Я думаю, ну, вот сюда, может, сходим сначала? Базу орков вижу, пошли туда, да. А здесь? А здесь проход какой-то непонятный. Я и тупиковый зал. Давай осмотрим. Давай. Я надеялся, что мифрил будет у них в чемоданах хотя бы, ради прикола, раз его так мало. Это звездно. Слушайте, там что-то страшное шепчет. Да, я тоже слышал. Да, 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 да. Я боюсь, что... О! Что? Звездный. Я нашел проход еще в один зал почему-то. Колодец теней. Опа! Новая цель. О, слушайте, здесь новые враги. Кто это вообще? Что это за мартышки? А, давайте тогда, прежде чем туда идти, вернемся ту сторону зачистим. Потому что новая цель... Уже поздно. Тут, походу, босяра будет или что? Тут какие-то новые чуваки. Ой, уже кто бежит. Это? Я бегу к вам. Не знаю, но к нам они пришли. А как они к вам? Вот уроды. Респятся из-под земли же лезут. Точно, да. Ну-ка дай мне по роже. Ты реально не попал? Ну, врежь мне. Слушайте, судя я... по звуку, у нас босс-файт начался. Если вам интересно, я бессмертный. Ну и давай тогда. Я пошел, бабки. Да, я пошел. Тогда иди к боссу напрямую. Иду, иду. Сейчас я тут прорублю себе проход. Я тоже хочу такой баг. Это мне компенсировали, видимо, за все мои страдания без брони. Босс сдох. Серьезно? Угу. Ну, там ой, еще блин, ой, 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 я в мясе. Ни на что не намекаю, но я тоже бессмертный. Серьезно? Мне нравится, ребята, давайте. Удачи. Паш, у меня есть отличная идея. Пошли убьем босса. Есть шанс, что... Ну, по три урона, если только. Ну и ладно, потыркаем его до бесконечности. О, у меня начали тратиться ХП. По одному. По одному это, возможно, из-за дебафа. Ну да. Но они в меня все равно пробивают какую-то белую циферку, выбивают, и у меня вообще не тратится ХП. Да, ну, ну может, что не так делал? Так босс же жив, вот он-то. А где он? Вот. Я уже такого одного убил, кстати. Это, может, походу, ты тут не один? Походу, да, давай убьем его. А, вождь написано, да. У меня другая проблема, у меня стамины нет. Съешь лембас? Есть лембас у тебя? Нет, у меня лембас. Дай тебе что-нибудь покушать. Я нужен хочу лембас. Куда-нибудь отбежать. Все. Все. Не упадай туда звездного металла. Ой, Паша, дай попить, так, пожалуйста. Да. А поздравьте меня, у меня заработал топор Дурина, я не получаю дебаф от Дресни. Смотрите, я бегаю, мне пофиг. Мы бы тоже не получали, но Паша зажрал попить. А что за... Подождите, ну о, что я вы, начал надеете, получать. Все, я внезапно начал ладно, получать. Пойду умру. А что за аттракцион неведанный? А где эти обереги, вот, я не вижу. Не знаю, непонятно. Я нашел вот здесь статую этого. Поврежденный памятник, но нужен их раз. Какой аттракцион, или чё-чё? Невиданной щедрости у Рима сегодня. Я не знаю, игра решила попросить прощения, видимо, за все говно, что она мне причинила. Если раньше... Путевой камень я восстановлю. О, давай. Это дорога к боссу, похоже. Я нашел тебя. Я хочу к боссу. Классно. Восстановлю. Пойдемте к боссу. Я его завалю, нах. Простите. Сейчас, дай попью. Мы пошли. Тут требуется шазхнаман. Копье, по-моему. Сейчас оно гляну. Так называется? Сейчас скажу. Кузница Мифрил. Да, шазхнаман это копье. Тогда у меня предложение. Делаем одно копье, пробиваем дверь, бьем лицо боссу и ГГ. Отличный план. Для этого надо найти Мифрил. Мифрил? Так у нас на одно копье же ты сказал есть. На один слиток, прости, да, я дебил. Ну-ну. Fucking идиот.
А вы орочий сундук не хотите вот здесь открыть? Может, там будет чуть-чуть мифрила? Да ни хера там не будет. У меня ключа нет. А, блин. А нигде не вывалился? Слушай, босс не высыпался, да? Я не видел. Да вот и я тоже. Когда здесь вот тоже еще сундук. Сейчас поищу. Да хрен бы с ними, погнали искать мифрил. Твою мать, мы сейчас от финала нас отделяет тупо фарм, вонючий, тупорылый поиск руды. Да, попробовать надо в лощину сходить. Так, подождите, мне кстати, тут уже... Кстати, точно, где она? Торки, ребят, на мне. Да, и собаки мы тоже бьем. Да. Шауль, со щитом стой, не это самое. Я стою, у меня, походу, какой-то рассинхрон. А, промахнулся лошара. А мне тоже. Он просто прям вообще у них тоже рассинхрон, все нормально. Да. Блин, когда умираешь, баф от напитка уходит. Ну так не умирай. Но лежи. Оль, а... Я с тобой дорожу. Че? А есть сосисочка? Я еды не взял готовой. У меня есть солонинка. Скинь что-нибудь, съем. На, вот. Спасибо. Как? Блин, налево-то как пройти? А где щель-то? Подожди. Ну, чешуя. Короче, от нашей карты на один вверх и налево два может быть щель. Но для этого надо выйти в предыдущий зал, получается. Не ссать. С другой стороны. Приходите к нам, мы с Римом спускаемся. Мы идем. Мы в щель. Господи, у меня яд в тени, усталость во тьме, промерз до костей. Сладенький мифрил? Мой, да. Погнали. И здесь еще наверху есть. О! Я случайно улетел вниз, и паукан меня встречает. Там должен быть еще этот. Кто? Лягушка огненная. А, точно, хомячок Барлога. Вот, Паш, вот, да, вот тут надо. Но только вниз кирку не направляй. Понял. О, мне так нравится полученная мифриловая руда. Наконец-то. Я к тебе присоседюсь. Finally! Оля, ох, ты а тут не напилась? Прилично ее. Че? Ты не напилась? А че? Ну, поешь нескладно. Нет, я имею в виду, а что у тебя ХП восстанавливаются, нет? Да, восстанавливаются. А, все тогда. Я просто смотрю, ты ко мне приписюнилась, думаю, может, это тебя поднять надо? А потому что надо? Их... Не-не, просто их три жилы, вы их разобрали, и я пришлось кому-то приписюниться. А-а, там дальше куча жил. Вон, иди по коридору. Только не заблудить. Так, а что у меня... А, у меня камень. А надо мифрил. Собирай мифрил. Паш, кстати, там ту, которую тебя добыл? Да, я еще ниже пошел. Супер. Рубанчик делаю. Так, Оля, ты мне нужна на самом деле. У меня там есть мясо и хуздул, что-то еще, что я бы тебя перекинул. Сейчас я добью здесь и спущусь. Давай, я тут с Римом. А где мифрильчик? О, мифрильчик. Так, Олега вижу. Падаю на него, не упал. Паш, ты что завис? Камень выкинуть хотел. А, так. Олю вижу. Да, голос у меня все-таки не поменялся. А я слышу, как ты там басишь. Мы набрали много мифрила. Мы сможем сделать всем копья. Наконец-то мы закончим это путешествие гномиков. Гномики. А копья у нас делаются или надо в кузню топать? В кузню мифрильную. Я как раз ресурсы собираю. Давай. Надо будет заказать еды, поспать и отправляться, видимо. Сейчас закажу. Олег? Олег. А, блин, чистить надо. Картошку? Нет, тут стол. Сейчас я поем. А. Так, я броню забираю. Давай. Она мне почему-то не чиненная. Такая же фигня. Надо починиться. А, тут новые сундуки появились. Я тут один поставил. Он большой. Сундук. Своевременно. Неплохо. И стеллажи после последней обновы стали по 500 на всякие эти руды, камни и прочее. И свежие сломаны. Все, я готов. Так, флешку наполнить. Так. Паша, а покажи бочонок. Смотри какой. И мне, и мне. Погоди, нет, все, там мне на глоток осталось. Там реально осталось... Чуть-чуть. Жадина, говядина. 5 из 5. Я наполнил 2 фляжки. Он же жук. Все спят, кроме пасы. Я восхищаюсь вами. А и нашими флягами, я надеюсь? Да. Пустыми. Так,
пожрать. Ну, а, все. Так ярко здесь, мне глаза режет. Угу, дезориентация так. Полная. Так, на кузню Мифрила. Да, но сначала восхититься всяким, прочтить памяти, вот это все. Так, а это какое у нас? Мифриловая шахта? Нет, это опустошение проклятия Дурина 2, по-моему. Но это не точно. Я могу ошибаться. Понаделали всяких путевых камней. Так, ну-ка, какая здесь? Нет, это награда, это не то. Летим дальше. Вот не то, что это путевой камень, темная шахта 1, последний самый, 40 метров. Нет, темные шахты, это, скорее всего, под землей глубоко. Пошли в мифриловую шахту 1. Слушайте, нет, склад костей, возможно. А, ну да, мы последний камень ставили. Нет, жестокий Карадрос нужен. И от него до мифриловой шахты чуть-чуть пройти. Все, я вспомнил. Да, блин. Сейчас я в складе костей. Мы в кузнице не ставили этот, потому что, типа, дойти быстро. А склад костей – это где надо будет открывать дверь, чтобы пройти. Вот сюда, Рим. Ага. Вот здесь как раз те грибы противные. И черная стена. Стена с точками. Да. Так, все, я отравился нормально. Подождите, а что меня опять появило где-то фиг знает? Нормально, Оль, направо повернись. Да, вот, вижу. Ага. У меня стена не открывается. О, а я прошел. А меня что-то грузится. А, все, загрузилась локация. Через черный экран загрузку. Неплохо. Ага. Оптимизировали игру. Чего сделать? Новая цель. На English? Да. Видимо, тоже со мной появилась цель. Ретрайв. Зачистить область. А, это не то. Так, мне нужно забрать камень для короля Торина. Я должен... что-то там на ингрейв, хрен пойми, что это такое. В общем, камень надо забрать. Так мы же забрали камень. У нас же у всех под этим, под вещами горит. Экспедиция получила хазат камень. Что за бред? Так, я делаю копии всем тогда. Да, давай. Раз. Из меня. Они уникальные, блин. О. Это место счета, типа? Место всего. Может, тогда не надо? Надо. Видимо, не побить эту драконицу-то без копья. Забирайте. Щит, а бочонок? Ну вот, все, без бочонка. Флягу я пользу. Допью тогда. Допивай. Мне дай два глотка. Нет, у меня всего их три. Так, Оля топор взяла. Нет? Ой, я взяла кирку. Оля, иди сюда. Сейчас. Вот, все, иду. Я сзади. Так. А, иду. Спасибо, добрый друг. Да-да. А где оно? Подождите, я не вижу. Кирки, щиты. А, алмаза не хватило, ща, Паш. На тебя не рассчитано было. Прости. Нет, зелья нет. Не хватило вообще. Так, у меня остался один глоток во фляжке, так что если кому надо, могу поделиться. А, опа. А тут путевой камень. Вот тут рядом с кузницей. Как называется? А сейчас я его восстановлю. О. Но его здесь не было. Понял. О, от этого копья идет типа толку свет, не... когда машешь. Да, он как фонарик работает. Наконец-то Оля появился фонарь не под глазом. Да. Классно, Оля, завидую тебе. Не надо, у тебя теперь такой жесть. Я с мячом бегаю. А, оп. То есть ты всем сделал копию, а сам с мячом бегаешь? Нет. Так, мифриловый жил. Наделали камней, не разобраться, где что. Появился прогресс-бар загрузки. Ну, загрузки потом стали дольше. А еще тут статуя светится зачем-то. Ты зачем светишься? У все нее не хорошее настроение. Паса. А? Паса, на, забери копье с меня. Вот так. Теперь ты донашиваешь. Йо! А я пойду и сделаю себе еще одно. Меня сейчас тошнит. Оля, ты не хочешь загонять домой и щит себе взять? Ты у кого спросил? Оль. А, ну придется. Так. Сейчас. Здесь, по идее, мы все. Можно отправляться к этим. А что за башенный щит? А. Это то, что у Оли был. Уникальный. Я не помню, как идти к путевому камню. Паш, ты выходишь, и вот здесь вот он. Ага. Вот прям вот. Вот прям вот. Ага. Вот. Вот, пошла домой. Так, а где ворота? Можно еще раз домой заглянуть, посмотреть на все.
Копим. Вдруг кто забыл. Да, а ворота это как раз где склад костей. Так, сейчас. Ой, спасибо, что не в жопе, а. Ты про копье новое? Да. Так, секунду. А, вот там щиты. Блин, а какой брать? Я забыла, какой последний. Это класс. У нас последний щит последнего альянса. Так, щит железных холмов, старинный щит. Это не то. Нет такого альянса. А, подожди. А, есть, все, нашла. Нашла. Супер. Куда идем-то? А, склад костей теперь. Бронзибари. Борзинбари. Звучит как название какого-нибудь африканского государства. Угу. Сафари-тур по Борзинбару. Борзинбабве. Склад костей. Ой, а у меня два склада костей. Хм. Ну, в любой лети, если не тот, летишь другой. Рим, открывай дверь. Я открываю. Не думаю, что нас сразу убить будут. Он и Оля прилетела. Прилетела. О, дракон. Привет. Пойду спрячусь сразу. Ой. Она говорит. Да. О. Она на фиолетовом сидит еще. О, погоди. Я ей приказал уйти, но она, мне кажется... Не послушает тебя. Да. Надо было стрелы сделать. Кого-то прибегут. Не? Нет, вау. Да, вот да. Они. Мне прилетел огненный шар в задницу. Вытаскивай. И кидай в ответку. Слушайте, ну орки, а ее-то как бить? Я вот пытаюсь тоже обойти ее с какой-нибудь из сторон. Ой, что вас так много, орки? Я получаю по броне, как же это прекрасно. Угу. Наверное, надо было выпить еще пляжу, чтобы хп регенерились. Я выпила. Я пью. Там надо 4 глотка. Да-да-да. Так. Там детеныш летит, Рим. Куда? Ой. Вот сюда, ко входу прилетел. Ой, вот на мне. Детеныш на мне. Сейчас иду. Я тут с орком не могу справиться. Ой, Оля, что-то не получится. Да я в копье. Ну, копье во мне, в нем, короче, орки. Слушайте, мне всю броню вынес орк один сраный. Такая же хрень. Защищайтесь. Да блин. Еще и тьма. И волки. Пора бухнуть. Да ты что, дурак, я блок поставила. О! Да, о, ушло. Все, брони нет. Брони нет? Нет брони. Да ты... Сейчас будет полумертвый гном, так я отойду поесть. Если я успею, блин, не успею. Ладно. Да хорош вам, вы чё такие злые-то? Не говори, это у них велосипеда нет. И ещё и шарик. Шарик. Так, все, быстро поем. Секундочку. Ой, я что-то не с собой немного взяла. Нормально. Все, бегу. Пашка отбивается как может. Все, все, все. Все, все. Я только горю почему-то фиолетовым огнем. Это нормально. Сынок прилетел. Это попа горит. Иду, иду. Ой! К сынку. Сзади связист. Я не сзади. Я передний. У тебя связист. Сзади. Переднеприводный. У тебя сзади там. А. Да, их много. А. Щит не очень работает, блин. Да. Блин, все, я полумертвый гном. Вокруг вожу. Ой, они все исчезли. Твою нет, мать, не все. Ты-то откуда? Оля, иду. Вижу, аккуратно сзади, ага. И я теперь полумертвый. Дракон. Ребят, надо нас поднять. И я полумертвый. Да, о, Паша, Олег, беги по кругу и поднимай всех. Все, так. Бафа не будет на лечение теперь. Gave no. Паша, ага, спасибо. Беги ты, ёп, гном. Мы тут тихонечко уголки. Я пытаюсь, я пытаюсь. Я медленно, но верно. Я тут на костях, мне удобно, в принципе. Они мягкие. Мне не дают до вас дойти тут, дракониха. Тазовые кости. О, прям аккуратно. Привет, друг. Аккуратно. Спасибо. Все, я вынес себя. Так, сейчас я встану. Угу. Спасибо, Паш. Не за что я. О, да. Шарик. Вставай. Пока встаешь, сразу этот можно броню надевать. Да, я так и делаю. Он так медленно просто встает, как я утром. О, дракон. Я попробую до Рима добежать, но, блин, хп нет ни хрена. И ай, я полумертвый. И они побежали туда за вами. Меня дракон пердолит. А, я полумертвый. Паса, подними, пас. Подожди, я тоже полумертвый. Все. Да. В домой все или что, или как? Ну да. Ну да. А как шмотки забирать? Нам надо сварить зелье, без него мы сдохнем. Да, да. Но сейчас проверю, сколько. У нее еще теневая порча с собой в комплекте после смерти. Угу. Так.
сколько, Оль? Наверху видно. Блин, да не видно. Оно иногда видно, иногда не видно. Вот сейчас вообще у меня все пропало, как будто оно не варится. И так, есть изготовить. У кого видно таймер, посмотрите, пожалуйста. Дима, скорее всего, он хост. Дим, залезь наверх. Блин, здесь. Я пошел за вещами уже. Забаговалась. Давай я залезу, может быть, у меня видно будет. Сейчас я приду, вещи только заберу. Не, не видно. Не видно? Mm-hmm. Ну вот оно сбросилось, надо заново ставить. Козлы, блин. Бесит меня это. А что, в смысле, аво? Вещи сразу так... не брались. Так. Ну, естественно, теперь цветочков не хватает. Вот как это? Блин. Тебя сопроводить, о. Паш? А то тут просто ко мне... А ты просто, если подальше отбежишь, да, бой да, кончится, побежал. Они пропадут. Я бежу, бегу. И у тебя в руках какой-то топор сраный. Да мой это сраный. Топор. Он лучше копья этого. Копье вообще, ублюд. О, привет. Копье говно из мифрила. Твою мать, да прусь... Угу. Ой. Давай, Оль. Бегу. Ща. Да давай, чё ж ты такой медленный-то? О, отлично, я сдох прямо в дверях. Если вдруг кто-то будет обратно я бежать... Я бегу обратно. Я сейчас над тобой собаки. Буду пробегать. О, спасибо. Давай. Я стою и удержу. Ай-яй. Так, уходи, я... Паша. Я встаю, собрала подожди. Вещи, пытаюсь одеться сейчас. Всё, отходим, отходим. О. Да потом оденемся, уходим по камню. А, ну тогда на меня надо поднять. Блин. Зачем ты туда осталась-то, Оля? Ну, вот я думала, вас надо тут поднять. И побежала. Паса. Я умер, спасибо. Пытаясь добраться до Оля. Я умер просто так. Нет, еще нет, подожди. Ты еще прыгаешь. Тут собака. О, нет, я умер. Ты что нажал-то? Я уже у тебя был рядом. Я ничего не нажал, я умер просто. Да я просто, Паша говорю. Я не видел, что ты рядом. Я подумал, что добегу, раз близко во мне стрела торчит. Так, на мне здесь один какой-то тыкает пальцем в стену. На мне никого, но они бегут все навстречу Риму. Это я бегу к ним навстречу. Короче, надо выбраться оттуда, забрав вещи. Все понятно. Окей. Угу, спасибо. Спасибо, Паша. Давай, вставай. Ну, убегай. Блин, он стоит на месте, меня сейчас убьют. Да ты можешь бежать? Спасибо. Отходи, Оль. Да, все, я убегаю. Иду к выходу. Ага, я туда бегу. Паша, не ходи, умрешь. А где Кирилл-то? Я бегу. Я вокруг просто бежит. Вокруг пошел, чтобы... Че? Блин, я просто шарик. От урона сдохла. О, черт. Я, походу, сейчас следующий сейчас буду. Попробую. Да. Спасибо. Угу. Давай, вставай ты. Паш, я сейчас упаду. Бегу. А, подожди, я успеваю вроде. Отходите. Я поднял? Нет, поднимите. Олег, я сейчас меня, подниму. Давай, ага, оживлила. Убегаю сразу. Убегаю, я полумертвая. О, Олю выбросила сюда. Ага, я да. тоже видел. Мерси. Отходим. Да. Я пытаюсь. Отходим. Давай. Да бегишь ты, господи. Все, прыгаем. Все живы, прыгаем. Нет, Рим мертв опять. Простите, я пропустил. Так а зачем? Надо было так я сходить. Думал подержать, пока все улетят в телепорт их. Ага, и умереть. Так, я улетела. Все, я дома. Фу. Да твою мать. Короче, это будет вечно. Думаешь, я куда улетел, не знаю. Но мне по спине ударили. Я в мифриловые шахты прыгнул. Красавчик. А им сейчас умрет от темноты. О, я живой. У меня там еще где-то сантиметр хп есть. Они пока не у камня. Ты можешь вернуться и полететь куда угодно, чтобы потом... Я надеюсь, я успею. Я не успел. Просто поднимай меня и улетай. Поднимай и улетай. Ольга, подними, я дома тут помер чуть-чуть. А, бегом. Бегом. Камень выплюнул просто, и все. Блин, с блоком что-то все равно медленно решил поднимать. Так, сейчас, Пашка, давай с тобой сейчас я починю только все. Зачем? Не знаю. У меня труп возле портала. Я сейчас заберу труп и назад улечу. Но мы без... Да, я бегу уже. Я их тут за нос водил. Мы без пива. Нам не хватает теперь цветочек. Подожди, таймер твою появился. Мать. Да? Отлично. 35. Супер. Вот тогда ты это... Блин, козлы. О, все, давай их добьем. Их 3 осталось, козла. Давай. Угу. Она их новых спавнит, она из боя не они вышла. Они сюда не придут, если мы не войдем в эту в ее арену. Ну, я тут полежу пока. Да, я иду. Мне надо, чтобы обойти камушек было. Сейчас. А как опустошить флягу? Выпить? Блин, да что ж ты не дохнешь-то, а? У меня во фляге это огненная жижа, которая тебя дамажит. О, дашь мне ее?
Вот. А у нас... А, ну сейчас будет готово. Так я тоже вообще думал оставить ее на бой. И ту выпить штуку, которая тебя хилит. И быть максимально продуктивным. Так, надо флягу, короче, пилить. Одного добил. Второго добил, и у меня третий. Ага. Ну, ё-моё. На. Мы вас дома ждем, да? Да, сейчас. Да, все, мы уже убили, летим. А фляга где делается? Подскажите, пожалуйста. На верстаке. Давай тебе... А, я Оле отдал. У нее две фляги, по идее. Ты мне отдал, у меня две фляги, да. Так, а где у нас чешуя лежит? Я забыла. Где хитин? Там нет. А, может, использовали? Да. Кожи нет на флягу. Пойду... У Оли две. Кожи. Мне тоже надо две. А. Я могу отдать, мне не надо две. На. Давай. Посмотри, там таймер не закончился еще. Это была моя фляга, Оля. Вот так я ты распоряжаешься моими вещами. А, Паш, тут казус произошел. Верни подарок, пожалуйста. Не было такого. Да ладно, пускай худосит. Давай я пойду куда там, в эльфийский квартал, и я кого-нибудь добуду. Да забей хер, мне одной хватит. Подожди, а посмотри таймер, пожалуйста. Да не видно, у меня теперь не видно таймера. Блин, Рим, ты видишь таймер наверху? У меня горит наполнить флягу, может уже все? Нет, таймер наверху. Она оформит флягу. О, все, оно сварилось. А, сварилось. Да. Только у меня теперь... Да, все, огонь. Я наполнил. О. Классно тебе. И сплю. Спать! Сколько? Не забудьте повесить шмотки. Чтобы они заработали. Потому вы поняли, что вас подняли, и они работать не будут. Вы залпом выпили, а я... Нет. Высокое настроение, баф появляется, если пил. Да, оно появилось, но залпом я не выпил. Сейчас повешу шмотки. Господи, как все сложно-то. Весь шифт они вешаются быстро. Ага, спасибо. Тут повосхищайся, там попой, там потанцуй. Прям сейчас еще пожрать обязательно. Посмотрите, что у вас еда с собой была. Да-да. Судя по всему, разработчик девочка, которым нужны предварительные ласки. Тут пощекочи, тут там потанцуй, блин. Так, ну что, погнали? У меня еще... Подождите. Слушай, у меня есть... оно вообще пропало. Охотник на орков у меня появился. Проснулся с бонусом к урону против орков на долгое время. Да, то же самое. Так, кружку еще пьем, да? Да. Да. Восхищаемся золотом. Смотрим на всякую хрень. Все, забафались. Возьмите еды с собой, как... Да, я взял. Так, все. Погнали. Подкости. Я только не понял, как бить драконицу. Ну, то есть, дети прилетают, бью. Может быть, надо сколько-то детей убить, чтобы она слезла оттуда. Да, и у нее там что-нибудь откроется, какая-нибудь дырка. Да, попа. Чакра. О, там уже пошел бой. А. Слушай, знаешь что? Она, по-моему, когда шары кидает, в эти башни попадает. Может быть, надо башни разрушить, ее завалит нахрен, не? Ну, тогда надо драться вот здесь, за башнями, чтобы она целилась. О, сразу так, сходу? Да уже в бою мы, да? О, у меня же сзади бьют. Ой. Отлично. Ой, больно же. О, она сломала одну башню. Да. Рим, возможно, ты прав. Отходим. Да, блин. Надо около второй стоять. Я захожу за следующую прежде. Давай, я за тобой. И монетки соберу. За какую там башню? Почему я одна? Опоры. Потому что ты не с нами побежала. Да потому что они меня... Сейчас она плюнет, и она может... О, дракон летит. Ой, блин, ну вот еще дракона не хватает. С посадкой тебя, мудила. Ау. Да, блин, он зажал меня в угол. Ай. Сзади еще ребятки пришли. Да. Мерзкие я вот... такие. Да. Оля, подойди за эту. Она уже плевала и сейчас в тебя плевала. И сейчас... не попала. Ой. Все, да дракончик давай. Сдох. Угу. Прячемся опять. Просто тут стойте, она плюнет сейчас. Ну да, болтает и плюнет. Дай, блин, не заметил его. Нормально, уронили. Следуйте за ней, она ушла. О, ни хрена. У меня брони как будто и не было. У меня еще шторм. Есть одна полоска. У меня тоже. Вон, ты не бурундук. Получается так. Ой. Давай, Паш, залезай, потом я. Че? Я связист. Да я, нет, я, что-то написано. Причем я дверь могу открыть, а тут вот это говно. Ну-ка давай киркой ее. А у меня нет с собой кирки. Вот у меня есть, вот я киркой. О. Он железное дерево.
Ой-ой-ой. Нормально, выжил. Оу. Она летает. Следующая там, арена. Да. Вон наверх. Там детеныши сверху летают, если что. Ага. Тут сидит один. О, как у меня над головой пролетело. Короче, от этого козла тоже у вороты только спасают от хвоста. Он не блочится, да? Ну, рожа блочится, хвост не блочится. Угу. Так, куда она плюнет? Наверх. Надо наверх лезть, походу. Потому что следуйте за ней, висит дальше. Она сейчас улетит, походу. Еще гоняться за ней. Конечно. Но они же не умеют босс-файты делать прикольные. Ишь ты какая. Тут дракон еще сидит. О, сейчас полетит. Ой. Промахнулся. Лох. И тут камень этот, как он называется, путевой. Это, видимо, следующая фаза. Можно будет сейчас гонять домой и починиться. Да, как вариант. Бафы тоже уже спадают потихоньку. А почему я не горю? Я же выпил 4 стакана. Не знаю. Что, летим домой, чинимся? Да, и возвращаемся сразу. А запомните, как он называется? Да, потом разберемся. О, я даже не на все появился. Может, они пофиксили это дерьмо с телепортом? Нет. Понятно. Ну, вот она там стоит. Сейчас идем, логово Барлога. Там, по-моему, Оле только осталось дом бухать. Да. Олег? Блин. Над тобой два дракона. Глоток. Что? Там два дракона над нами летают, мелких. Могут сзади подойти, так что аккуратней. Чьего сзади? Нашего. У вас общие сзади. Может быть, их... Да пойдем, Паш. Ну, ладно, хорошо. Так, а вот здесь, походу, уже с ней будем сражаться. Да, потому что она на земле. Ага. Я пошел правее. Давай, я пойду ей в лоб. Чтобы хвостом сразу получить. И что? Да, урон пошел. Она не блочится. Ай! Ты что? Я вообще мимо бежала. Ай! Она била вас и жопой ударила меня. Я даже добежать не могу. Да, серьезно? Один ХП? Да. Я даже ни разу. Так, вы ее отвлекаете, я пошла с другой стороны. Она просто шевелится, и ты получаешь урон со всех сторон. Да. А. На тебе в морду. Ой, как. Я не понимаю, я ее пробиваю. Четко. Так по лицу мне еще не били в этой игре. Ну давай. Что-то урон на нее не идет. Не идет. Не идет урон. А, вот. Нет. Не идет. Только на меня урон. Я ей прям в рожу пнул. Да, то же самое. Что делать? Нам Может, надо что-то разрушить? И на нее, походу, потолок упадет. Да. Смотрите. Давай мы не можем их сломать, потому что у нас нет никого с топором Дурина. Она что-то орет. Я могу Кирка это делать обычно. Я пошел обычный? За топором. Да, я потихонечку. Подожди, Рим. Что делается? Она за столбом тоже меня случайно бьет. Да твою дивизию. Забирайте вот эти столбы. Забирайте свои тени и уходите. Вот какой-то столб сломал, Паша. Я сломал. Вот, я ломаю еще один. Теперь, мне кажется, она меня хочет убить. Да, и она на меня плюется. Мерзкая тварь. А где еще столб есть? Вот здесь есть столб. Я иду к тебе. Все, я сломала еще один. Класс. Я вот тоже пытаюсь. Может, кирку я обычно попробовать? Она нормально в Пашу там не донула. Сожру быстро. Лошара. А нет, не лошара. Подожди, я в огне. Жопа в огне. Последний столб остался. Еще один Паш. Где он? Паша сломал. О, теперь пошло. Отлично. Новость хорошая, да? Свет. Да, только брони нет ни у кого. Да. Она в цепях запуталась. Мочите ее. Ноль, я ей сношу ноль. Что? Не, что-то сносим. Сносим. Вон, 75. Я сейчас яичко свое левое снесу, подождите. Оно у тебя уже есть, чего сносить. Я только копьем бить, Да. Я топором попробовал, похер ей вообще на него. Ой, еще и отбрасывает. Да. Без дамага, но обрасывает. Стой, давай, еще три. Давай, раз, зажимай. Два, три. Да, ага. Отлично вообще. Да, я теперь бегу с зажатым, Оля, давай. Ходи. Все, бегу с зажатым, давай. Есть. Все, сдохло. Класс. Нет, я думаю, что серьезно? Нет. Она что-то шевелится. Да вот, все. Я ткнул ее в пузико. И я ткнул ее в жопу. Мы ткнули ее в пузико и в жопу. Ну, вы только поговорите с Ари. Я и копье бы это в анал бы запихал. Вот честно, твар. Кого? В анал копье. Я бы ей многое в анал запихал, конечно. Ну, если честно, это было как-то ущербно, если честно. Левел дизайнера бы, например, прям вот положил бы в нее. А теперь надо понять, где Ари, с которым надо поговорить. Алик Ворон, вот он тут. А вон он там. 35 метров. Пойдем поговорим. Он скажет, дракон мертв, должны все построить. Он два раза не повторяет. Восточные врата. Подожди, пусть договорит.
Смотрите, я его оседлал. Вывернулся. Война один рецепт адамантового молота. Мы не могли восстановить мост, где упал этот самый, без адамантового молота. О, слава яйцам Барлога, что у нас куча адаманта дома. Тонны просто полетели. Я знаю, кстати, одно из яиц Барлога. Спасибо ему, что много адаманта. А ты знаешь, правое или левое? Это было левое. Ахнуш шлюх. Так, кузница Кхузуха, адамантовый молот. Да, у нас есть. А теперь надо еще вспомнить, что надо было нужно на мост. Я потому что не помню. Ты скажи, где мост. Давай я слетаю, пока проверю. Помнишь, где мост? Конечно, помню. Давай искать его вместе. Пойдем, значит. Рим, адамантовый молот у меня заберешь? Давай, заберу. Там, скорее всего, либо их раз, либо адамант, 100-500 черных кристаллов. Я сейчас возьму и то, и другое. А я взял? А взял. Должен был. Так, черные кристаллы взял. И сейчас адамант и их раз наберу. И за тобой полечу. Так, по идее, нам надо в Вестгейт 1. Да? Восточные ворота же? А, Вест это запад. Черт. Да, нам надо где... Сейчас, помните бы. По-моему, этот... Помнишь зал Балина, где у нас был? Верхние оружейные склады, третьих глубин. Не оно? Сейчас, помните бы. Сейчас гляну. Телепорт, потому что я тоже уже не помню. Это то ли в Двору Дельфи было? Это было в Двору Дельфи. Мы только туда вошли, на мост показали, и мы пошли в эти залы. Палата Мазарбула. Ну, вот нам надо на верхние оружейные склады, мне кажется. Нет, по-моему, из палат как раз, если выйти. Так, ну ты иди в палату, я верхние проверю. Да, послал, я... послал. Нет, ты иди в палату. Куда? Жмакнул. А ты куда, Рим, пошел? Я пошел в верхние склады, что-то такое. Склады. Оля сейчас к насосам улетит. Так, вот, по-моему, вот здесь мы открыли сундук Балина. Давай, вот здесь... открывай калитку. Я вообще такого не вижу. Да, короче, ко мне. Ой, здесь орки. Паша, ты тут? Да. А мы тут орка бьем. Ну, как бьем? Они умерли с одного удара. А точно к тебе? А ну, где? Вот мост передо мной. А, ладно, как, Паш, пойдем назад. Как называется? У меня нет никаких складов. Вот а это где большой, Паш. Палата над палатой у меня была. Я ему что-то верхние оружейные склады третьей глубины. Да, оно. Все. Там чуть-чуть вверх подняться, и мост прямо перед нами будет. Паша, только не умри, у нас ХП нету после драконихи. Так. У меня все есть. Где-то у меня стамины нет после драконихи. Съешь Лембаса. Не брал Лембас с собой? О. Он стамину восстанавливает. А как он выглядит? Ну, как булочка такая, вот, в чем-то Паш, завернутая. Перед тобой. Все, мне, Паш, забери, я взял как раз его. Я один. Правильно? Паш, стой, 50 черных алмазов еще надо. 80... У меня есть с собой. 80 адаманта и 50 черных алмазов. Так, куда мы летим? Верхние ржаные склады, третьей глубины. Да. Угу. Все, я тут. Неужели мы это закончим? Неужели мы это сделаем? Это был... Оля, тут столько овса, господи. Собираю его полностью. Я обмазался им сейчас. Вижу. Класса, пойдем, они где-то здесь. Так, я малометражку вижу, а вон Рим. Да. Кто такой? Это овес так зашел? Да, не в то горло. Я собрал тебе 20 овса. О, у нас будет зельюшка. Это не у нас будет, сейчас у нас Гимли все отберет, когда мы выйдем отсюда. Отпразднуем хлебом эту победу. Да. Наконец поднялась. Я, кстати, броню дома оставил. Ну, ладно. Да пофигу. Сейчас набежит не больше 50 орков, господи. А вдруг Гимли по жопе решить нам даст? А она все равно не в броне была. За то, что долго. Уже. Вот, на. Это все для тебя. Вуаля. Мы идем. Да где ты? Да вот. А, бля, я думала, это статуя. Я статуя. Там смотри, сколько еще овса. Да, да. Рим, вот 30 и вот 30. Давай. Подожди, я овес соберу. Чиню. А, подожди, мне надо адаманта еще 54. Иди сюда. Вот тебе и адаманта. Всего, что хочешь, дам просто. Спасибо. Я ходячий склад всякого говна. След братства. Мне надо... Что? А ты мне дал адаманта? Ты мне красного гранита насыпал. Сотку. Да, ну ладно. Адаманта хочу. На тебе... А, это я опять их раз. Подожди. Где? Вот адамант. На тебе сотку адаманта. Спасибо. Все, чиню. О, сферка. О, у меня молоток в руке появился. Обосраться. Ага.
А впереди фиолетовая дверь запечатана, если что. В кузню лететь, да? У нас нет с собой, да? Твою мать! В мифрильной кузнице. Да, я помню. А попробуйте этим ударить, может, киркой? Давай. Получается? Нет? Понял? Да. О, да. Подождите меня. Подождите, Рима. Жду, все, жду. Дайте выйти. Ладно. Ой, ну ты где? Бегу я. Вот я тут, все, долбите. Я уже вижу оттуда. О. Аурон-то проходит, Оль? Нет. Погоди, давай в два смычка сейчас это сделаем. Давай. Нулевой серый урон. Не проходит. Понятно. Он просто желтеет. Пошла. Киркой попробую. Овес. Так я киркой и била. А я копьем бил. А, нет, киркой. Пойду овес пособираю. Ну зачем, надеюсь, вот это делать, не я пропал. Не пойму. Зачем вот так затягивать, сука, финал? Просто выйти из ворот. Ну, чтобы увидеть... тебе было интереснее. Да мне не интересно, мне противно. Тебе интересно. Уже. Нет, мне бесит меня это уже все. А мы не понесем камень в эту гробницу? О, тут пауки заспаунились, меня отравили. Вот. Так, где Рим. Этот? А, кого? Камень в гробницу Дурина не понесем. А где он? Камень у нас в инвентаре нарисовано, что у всех у нас он есть. Мы получили хазат камень. Ну, ты хочешь? Вот честно, хочешь? Нет. Тогда нет. Ладно. А я бы сходил. Ладно. А можно я тебя убью? Можно. Склад костей, да? Нет? Нет. Будевой карадрас, да? Нет. Ну, есть мифриловая шахта только в Борозенбаре. Оружейный чего-то там метка была у нас здесь. Это здесь, а я про мифриловую кузню. А, чего-то там Карадрас, жестокий Карадрас. Да, все, иду туда. Прикиньте, если у меня там этот молоток пропал. Я вообще сейчас охерею, мышку разобью об пол. Я про это подумал, но у нас ресурсы, по-моему, есть. Это не отменяет того факта, что я разобью мышку об пол. Ну, просто нужно будет сходить туда-сюда, и все. Ага, в гробницу догнать, заглянуть. Так, я куда иду-то? Подожди, я запутался. А, ты тут? А, вижу. Я там. О, я наконец-то, кстати, фиолетовая стала после обновы. Подожди, у нас там рядом камень же был. Как он называется? Где? Рядом с чем? С кузней. Ты же новый там это отремонтировал. С кузней мифрила, помнишь? Мифрильная жила, по-моему, он назывался. Ага. Там есть какой-то спуск, а есть просто мифрильная жила, да, без жила, всяких жила. Скобочек. Да. Все, я лечу туда. Жила. Я прилетел туда. То есть Оля всю игру была синяя. А теперь вдруг фиолетовая стала. Это ты красным догнала, что ли? Нет, у нее просто отходняк пошел. Оль, возможно, под тобой сейчас рухнет камень. Топор Дурина, привет. Вот ты, я тебя буду очень недовольна. А что ты ему сделаешь? Мы финалим игру. Я буду недовольна. А, хорошо. Недовольна финалом, получается? И тобой. Ты даже финал нормальный пож сделать не можешь, Оля. Ну что ты? За финале ее как следует. Олег, а вот и мост. О, Олег увидел мост. Я увидел мост. Неплохо. Если что, камень, куда тебе надо переместиться, есть прямо возле моста. Я уже бегу. А, ну беги. Меня опять отравили. Да залезай ты, конченый. Беги на край земли. Гребаные паукены. О, Паша, решил ворота осилить. А прикинь, и ачивочку дадут. Пробил ворота головой. Да, занимался херней полчаса. Блин, не успел закрыть ворота перед тобой. Наступил рассвет. Рассвет новой эры гномов, ну что вы. Мы забрали Морию. Ура. Паша, you shall not pass. Только не надо меня вниз, ладно? Я пошутил. Проходите. Я пытаюсь понять. У меня еще камни еще. Можно пройти сквозь них. О, камень. И мы попали... О, справа орки, да? Врата Димрила. О, Господи, почему не открывается? Тут сферка. Можно я не буду разговор этот слушать? Так Паса послушает. Паса, иди сюда. Где сферка? Я люблю сферку. Вот тут. Сейчас, я хочу. Открывай? Подождите, а тут внизу. Да погоди, Паша послушает разговор. Ладно. А там где? Справа вообще лагерь орков. Вот, да, перед тобой. Врата Димрила. Выход в Халдун, наконец. Маноручья. Можно открывать? Давай, может, нам ролик хоть покажут? Попрощаться с Ариком. Прощай, пошел Арик, нахер. Иди в жопу. Открывай. Надо с ним поговорить. Подождите меня. Не надо, пойдем. Да, вот поговорим. Белый свет. Все, я ухожу. Погоди. Да пошел он в жопу, этот Арик.
Это было неплохое возвращение в море, не так ли? Присоединишься ли ты к королю Торину его путешествие? Нет, Торин такой себе. Что-то давайте на... птицу зажарим. Чем ты теперь займешься? Пойдем в Вальхейм проходить. Красься обратно и погнали. Вперед, выход, е! Сейчас, белый экран у меня. Все, у меня видос пошел. The first Mithril Durin ever mined. So much of our fate is tied to this stone. The heart of the dwarves has been found. At last, Durin can wake to lead us all into Khazad-dûm. The fight against the shadow must continue, led by our new Lord of Moria. Hazen Gimli, you were right this time. Well done, young hero. Now, we celebrate! It was a pickaxe. All along, Uncle Balin thought it was a great weapon. And a dragon? Oh. I have some tales to tell, Lord of Moria. Alas, I may not be here when Durin returns. I made promises, you see, to meet Aragorn, the Minas Tirith, see Merry and Pippin again, to make one final trip with Legolas. Perhaps hear the Lady of the Wood again. But your story doesn't end here. Oh, no. This is your company now. May its deeds be long remembered. Farewell. And may the luck of the dwarves be ever with you. Короче, концепция нормальная, но игра сделана как-то вот немножко криво. А так прикольно. Вот. И больше мне нечего сказать. Да, все было приятнее, если бы не было столько багов. Да. Меня больше не баги смущали, меня однообразие смущало внутри. И пусть кто-то скажет, что камни все одинаковые, внутри локации можно было сделать разные. Меня только это смущало. Ну, она типа якобы полупроцедурная, видишь, и они сделали мало комнат, поэтому такое ощущение, что все они, падлы, одинаковые. Да, просто вначале интересно, такой, о, зал, тут то, тут все, а потом, по-моему, мы уже были в этом зале. И вот только такое ощущение, что ты бегаешь постоянно по одному, по одной и той же локации и бесконечно что-то делаешь. Не, в целом нормально, это не станет там вторым Вальхеймом ни в коем случае, но так прикольно было поиграть, особенно что они там перекликаются с историей Саурона. Да, а еще строительство можно было сделать поинтереснее. А еще Гэндальф, я иду! Оля, прыгай, мы тебя ждем, давай, прыгай уже. Подождите меня, я бегу. Ну, ой, понятно, спасибо. Все, глуши сервак. Всем пока. Подожди, давайте Пашу подождем. Пока-пока. Пока. Прыгайте, все, пока. Пока. Saw a crown of stars appear
as gems upon a silver thread above the shadow of.